Добрый день! Когда я приготовила для своей семьи эти вкусные необычные оладьи, они всем понравились. Но на вопрос, из чего они сделаны, мне никто не ответил. И когда я сказала, что они сделаны из простой овсянки, были все озадачены. Вначале овсяные хлопья необходимо залить кипятком и дать им остыть. Воды берется 1:1. Пока наша овсянка остывает, нарежем мелко лук. В сковороду вливаем масло и нагреваем. Ну вот, овсянка остыла. Теперь для аромата добавим пару зубчиков чеснока. Теперь пойдет лук, яйца и сухой овощной бульон. Массу тщательно перемешиваем. Вы по желанию можете еще добавить перец и соль, но я не добавляю, мне хватает бульона. Оладушки выкладываем ложкой в разогретую сковороду и выпекаем. Наши овсяные оладушки готовы. Они вкусные со сметаной или с чесночным соусом. Я вам желаю приятного аппетита!